Военные Израиля впервые за 19 лет взяли под оперативный контроль границу между Египтом и сектором Газа, ключевую территорию в районе конфликта. Филадельфийский коридор служил для Хамас спасательным кругом, с помощью которого боевики регулярно переправляли контрабандой оружие в сектор Газа. Наши военные обнаружили вдоль коридора десятки заряженных пусковых установок, а также готовые к бою ракеты. Хамас использовал Филадельфийский коридор как прикрытие для военных объектов. Они находились в десятках метров от границы с Египтом, чтобы мы не нанесли по ним удар. Военные Израиля обнаружили здесь 20 туннелей боевиков Хамас. Подразделение Цахал сначала осмотрит эти проходы, после чего их уничтожит. Так называемый Филадельфийский коридор служит буферной зоной между сектором Газа и Египтом. Его длина примерно 14 километров. Он проходит от КПП Керем-Шалом через город Рафах и до побережья Средиземного моря. До 2005 года эту территорию контролировал Израиль. После заключенного Филадельфийского соглашения коридор перешел под управление Египта и палестинской автономии.